Инвестиционная привлекательность Чувашии основана на эффективной работе предприятий. Главная кондитерская республики, фабрика «Аконт», на сегодня уверенно продвигает свою продукцию на российском рынке, отметил глава региона Михаил Игнатьев. Сегодня он встретился с руководителем предприятия. На рабочей встрече стороны обсуждали перспективы на будущее, вопрос модернизации, первый и самый главный. При факте уже вхождения страны в Всемирную торговую организацию, предприятия должны развивать свой потенциал, и, соответственно, конечно, основные деньги, основной свой бюджет мы формируем и направляем его на воспроизводство, на расширение производства, чтобы и доминировать как бы на рынке и постараться занять побольше свою долю. Предприятие нацелено на расширение производственных площадей, тем самым «Аконт» увеличит и мощность выпускаемой продукции, внедрит новые технологические линии, что, несомненно, скажется на всех финансово-экономических показателях. В свою очередь, Михаил Игнатьев выразил благодарность за спонсорскую помощь и участие в социальных проектах, которые реализуются в республике. Данифа Тагирова, Андрей Шоклев, Республика.